еще представителю администрации города. Это у нас вот должности у нас такие красивые, я прям прочитаю. Советник информационно-аналитического департамента администрации города Екатеринбурга Михайлова Майя Кентьевна. Это человек, который отвечает за то, чтобы общественные организации получали по конкурсу субсидию на проведение полезных общественно значимых мероприятий. И вот этот наш праздник как раз проводится в рамках проекта при поддержке администрации города Екатеринбурга. Да, дорогие друзья, это действительно так. Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Сегодня праздник. Праздник двойной, я считаю, что это 15-летие организации «Свободное движение», ну и праздник у торгового центра, потому что к ним приехало такое количество людей с ограниченными возможностями, и они действительно сейчас будут тестировать центр на его, так сказать, способность вам оказывать помощь здесь людям с ограниченными возможностями. Вы знаете, это хорошая традиция проводить такие встречи в наших торговых центрах. Их у нас в городе сейчас много, различные площадки, и люди собираются. Действительно, надо знать, тут такое большое здание, не все могут даже сразу найти, как заехать, как удобно это все. Поэтому, вы знаете, праздник всегда хорошо. Хорошо, когда такая организация, как «Свободное движение», вот уже отмечает свое 15-летие. Это небольшой еще срок по сравнению с многими нашими общественными организациями нашего города, которые уже по 25 и за 25 лет. Но, как говорится, все у вас впереди. Главное, что организация дружная, люди творческие, думающие, у вас много проектов. Вы знаете, на наши конкурсы всегда представляется больше всего проектов от организации инвалидов. И это очень хорошо, и мы это приветствуем, и мы надеемся, что и в этом году вы тоже выйдете со своими инициативами, и мы обязательно их поддержим, потому что это действительно очень нужное и важное дело. Надо сказать, что организация «Свободное движение» пользуется большим авторитетом в администрации города, главы администрации города, потому что действительно вы большие помощники в том, чтобы наша доступная среда в нашем городе была. И Лена, я ей благодарю Елену Геннадьевну за то, что она так старательно много-много работает в этом плане, практически бескорыстно, потому что, я понимаю, что она тоже патриот нашего города, и она хочет, чтобы в нашем городе было хорошо людям, удобно жить, удобно добираться куда-либо. Поэтому спасибо, Елена Геннадьевна, вам еще раз за то, что вы делаете. Всем вам, дорогие друзья, спасибо. И, конечно, чтобы сегодня вы провели хороший день здесь, и он солнечный, хоть и прохладный, но здесь вам будет хорошо, я думаю. И еще раз благодарю организаторов ЦПАРК, Радуга Парк, за то, что они приняли нашу организацию. Я надеюсь, что вот Елена сказала, что это последний один раз мы бываем. А я думаю, почему бы и не один раз? Почему бы нет? Да? Это ведь такое дело. Но мы, называется, напросились. Да. Я думаю, что хорошая инициатива всегда. Вот. Это хорошо. Поэтому вам всего хорошего. Отдыхайте.